провел 61 поединок. 45-й турнир на памяти героя Союза Германа в Бирюле. Проходит очень прекрасно в стиле. Приехали 110 боксеров со всего Приморского края. Хочется сказать, что они подготовлены. Все бои проходят очень напряженные поединки. Болельщики, конечно, поддерживают дальнегорцев, но некоторые поддерживают и иногородних. Поэтому идет бескомпромиссная борьба за звание победителя. И на данных соревнованиях присутствуют мои ученики, которые руководят сейчас. Игорь Николаевич руководит боксом, а почетный гость у нас здесь, и не только почетный гость, он и также организатор этого турнира, участник операции, специальной операции военной, Виктор Тарабарин. И поэтому это еще раз приукрашивает турнир и дает торжественность этому турниру, что у нас такие вот братья, которые мои воспитанники, я стараюсь всегда поддержать уровень бокса, когда они сами боксировали и сейчас боксируют. И в основном мои ученики тоже здесь работают и тренерами, и судят. Поэтому мне кажется, что турнир удался. Это еще только полуфиналы. А финалы будут, там еще жестче, как говорится, борьба будет. Ну что, депутат Думы города Владивостока Виктор Николаевич, как бы сказать, придает торжество этому турниру. Его уровень повышен именно за присутствие таких, героев нашего времени. Спасибо.